пахнет чем-то. Прикольные такие. И вот так вот делаем. А снег идет. Всем привет, доброе утро. Хотя уже почти 12 часов. Ну, сегодня суббота. Ой, сегодня суббота, сегодня воскресенье, можно поспать подольше. Ну, не знаю, почему-то я подумала, что сегодня суббота. Я хочу, чтобы сегодня была суббота. Еще одна суббота. Садимся, завтрак. Завтрак, обед, так сказать. Тебе тоже привет. Ты тоже обедать будешь. Завтрак, обед. Ты гуляла с ней? Да. Точно? Ты во сколько встала? И будем... Не знаю, что будем. Сегодня воскресенье, поэтому особо нечего делать. Так, подарочки, подарочки, подарочки. Сегодня шестое, да. Встала? Ну-ка. Ой, такое что-то маленькое. А что это такое? Ксюша, мы уже подарочки закончили. Ой, ой, нужно убавить. Вот так вот. Ты тоже делаешь Among Us? Угу. Повторяй со мной. Повторюшка, хрюшка. Ух ты, так много сделала уже. Я ее научила. Молодец. Давай открывай. Это вот будет мой скилл. Пахнет чем-то. Пахнет чем-то. Это новая. Она очень классно пахнет. Она очень-очень вкусно пахнет. Смотри, не съешь. Пахнет такими фруктами. Да, она классно пахнет. Ну-ка, дай. Что здесь у нас? Здесь у нас какой-то, в общем, коктейль, да? Made to love. Тут должно быть написано. Душ-гель. Не знаю, ну, в общем, какой-то коктейль, но очень-очень вкусно пахнет. Да. Ну давай, открывай. Пакетики такие красивые. Да. Там несколько, по-моему, да? Да. Там два. Там два подарка. Первая это ручка, наверное. Да. А второй? Второй где? Ластик. Такой милый, да, олень? Нам очень понравился. Вот он, такая вот елочка с шапочкой и с шарфиком. Вот, и ластик. Такой вот олень. Красивый. Тын-тын-тын. На. Так, ну Каролины нет. Каролина будет потом вечером открывать. Угу. Она вечером приедет? Да, она часов в 6 приедет. Вот, поэтому подождем ее. Чего, ты смыла? Да, смыла. Тебе рот не, фу, в рот не попадает? Все уже. Потом губы будут болеть. Тебя на день рождения нужно это приглашать. Рот не болит потом? Раздражение будет. Обалдеть. Ой-ой-ой, мой-ой-ой, это что такое? А я не знаю. Ужас. Вот тебя. Ксюша тут это наделала себе, смотрите. Ой, прикольные такие. У нее сейчас в туалетной бумаге прикольный. Это новогодний. Фламинго, это новогодний. Он убивает. Это с бананом. Предатель. Прикольный вообще. Классно. Это мой скин. Угу. Супер. Ну, ребята, покажи, как это делается. Я 100% буду писать в комментариях, как это, Ксюша, как это сделала. Очень просто.
Покажи. Быстро делается? Да. Давай заснимем сразу. А то будут спрашивать, я уверена. Потому что много кто играет в Among Us. Ну, надо вот такой вот. Квадратный. Да, квадратный. Квадратный листочек. Берешь. Складываем пополам. Так. Открываем. Вот эту вот убавь. Так это гудит. Так, открываем теперь. Теперь, вот теперь одну сторону до половинки. И другую сторону сгибаем до половинки. Вот дальше так. Складываем эти. Теперь складываем пополам. Открываем. Угу. Складываем. Одну сторону до серединки. Теперь берем вот это сложно. Должно быть так. Вот так. Угу. Должно как-то так открыться. Угу. И тут тоже так. Это вот этот уголочек внутрь, вот так вот раз, и получается такой ромбик. Ага. Ну, я думаю, они остановят и посмотрят, и у них получится. Теперь раскрываем. Так. И вот так вот делаем. Вот это вот так. И теперь это ножка, да? Да. Один опускаем, второй опускаем. Потом сгибаем чуть-чуть. Сгибаем эти уголочки. Потом еще как-то надо вот так. А, чуть-чуть, да, вот так? Да, но это нехорошо мне. Чуть-чуть заворачивайте вот такой вот кусочек. Так. Угу. И потом тут. Сверху загибаем маленький треугольничек, уголочек. И тут тоже не до конца, да? Не полностью. И голова потом получается. Тут срезаем. Отрезаем одну половинку. А это что, рюкзачок, да, сделать? Да, так. И теперь Давай. Загибаем вот так. Получается рюкзачок. Потом еще тут вот так. Угу. А, и тут маленькие уголочки тоже. Закрываем. Угу. И все. О, и все. И дальше делать отдельно да. этот, отдельно вырезать, как он называется, окошечко, да? Ну, да. И отдельно делать шапочку. Да. Все. А другого, вот этого, который мертвый, надо без рюкзака сделать вот так вот, только ноги. И отрезать тут наполовину. Вот видите, вы отдельно, получается, вырезаете такой овал, его раскрашиваете и отдельно вырезаете любую шапку, какую хотите. Вот туалетная бумага, либо вот это. Вот просто вырезаете овал, раскрашиваете и все. Круто. Прикольно получается. Маргарита тоже. Маргарита здесь. Маргарита сделала с колпачком, тоже фламинго. Тут тоже такой вот. Ой, все такое синее, у нее здесь плохо видно. Вот. Жарю индюшку на обед. Даже это у нас поздний обед уже будет, раз мы встали поздно утром. Посыпем специями. Си. Так, сейчас я пожарю овощи. Курочка у меня уже готова, то есть индюшка. Рис тоже готов. Теперь овощи. Приятного аппетита нам. Дайте мне эту тарелочку. Алло, кто-нибудь, дайте мне курочку. Спасибо. Все. Приятного аппетита, Бонечка. А куда ухо делось? Я буду с одним ухом все. Вот так. Пим. А как он мягкий? Ну да. Ой! Там она вылилась. Слишком жидкая. Прям очень-очень. Сладкая. Холодная. Не
будет сильно большая. Идти, блин. Холодная. Ой, сейчас на глаз наклею себе. Холодная, 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 холодная. И чё? Она потом будет пенкой покрываться? Ой, она уже пенкой покрывается. Да? Угу. Прикольно. Всё, пенка. Пенка, не пойму, внутри или снаружи? Снаружи. Нет, она внутри. Смотри. Видите, пенка уже появляется. Вы видите? Фу. Она большая. Она ей большая. Ой, она прикольно так пенится. Не нужно отправлять. Она так классно пенится. Как непонятно, на кого похоже. Афи, смотрите. Все, я уже не могу, у меня уже все сползает. Ой. Она такая пенистая, капец. Я смотрите, вот это еще пены. Намажу. Вау! Ой, ты, блин! А-а-а! Глазок! Прям глаз! Прям глаз! Все, я не могу. Мама, блин, у меня в глаз тоже попало. Не знаю. Там же написано, сколько минут. Да очень. 10 минут, не больше 10 минут. Почему не больше? Ну, потому что потом уже может это аллергия быть. Сильно долго на коже. Маргарита мои штаны украла. Давай, переодевайся. Хватит уже пузыри пускать. У тебя губы болеть будут потом. Слышишь? Губы болеть будут. Могу. Давай, штаны мои снимай. Вон, другие я тебе отдала, черные. Они мне короткие. Эти, смотри, они тебе длинные. Он завернул уже даже в 20 раз. Давай, снимай мои штаны. Я их себе постирала, они у меня чистые. Вот эти я тебе отдам. Приехала. А вон я приехала. Приехала наша. Я тебе. Давай, открывай. Я тебе. Ты меня любишь? Сильно-сильно? Я тебя сильно-сильно. Нет, ну... Какая цифра? 5. 5. Тут. Вот 5. Нет, тут. Ой, ты же уже открывала 5. 6, вот. Кисточка. Это как красится. Все, уноси, завтра будешь открывать еще одно окошечко. Es una pena que el diseño exterior no bueno. Ah, sí, y lo deja para el final porque es lo menos interesante, pero los puertos de la consola son los típicos. Hertz y 10K 120 Hz. Делаете? Ты карточки перебираешь свои? Да. Ты все уже открыла? Что все? Эти упаковочки. Да. Ну что, так мало карточек? Где все остальные? Что? В другой коробке? Вот это Каролина. А, это Каролина? Угу. Надо на другое клеить. Это стена такая, видите, она такая бугристая, поэтому скотч плохо клеится на нее. Смотрите, какой снег у нас пошел. Круто. Снежок. Видел, да? Снежочек. Ушла. Давайте. Телефончик включаем. Бам-бам. Ложимся спать. Один раз голову помоешь, уже светлее будет. Краска твоя. Не буду мыть волосы. Все. Ложимся спать.
Там снега видела сколько? Нет. Там еще много снега? Ну, снег идет. Тут не видно. Плохо видно. Ладно, все. Бонни! Бонечка! Ты мой золотой тобой собакин. Ты мой золотой собакин, такой золотой собакин. Золотой собакин. Теперь пойдем? А снег идет. А снег идет. Маргуша голову помыла. Хорошо просушила? Чтобы спать ложилась, она не мокрая была. Такой пушистый сразу голос. Дуванчик пушистый. Все, всем пока. Синяя. Очень сильно. Всем спокойной ночи. Пока. Спокойной ночи.